Итак, с нами Артур Шкетов, главный тренер команды «Раба». Все видели отличный матч. Артур, пожалуйста, в двух словах. Результат очень неожиданный для всех нас. Кому-то очень приятный, кому-то не очень. Есть много теперь тем для разговоров и одним, и, значит, болельщикам, и другим. Соответственно, тренерскому составу особенно теперь есть над чем поговорить, о чем подумать. Очень уверенная, я скажу, очень уверенная победа «Рабы» в этой игре. В двух словах, вот характер игры, как назревала такая ситуация, как это вообще возможно было произойти в данном случае? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех ребят, которые были на площадке, и причем выходили все игроки, и каждый внес свою лепту, и наши болельщики. Я всегда своим игрокам говорю, что играют не имена, а люди, конкретно подготовленные игроки. У нас в этом сезоне ушел лучший вратарь последних 10 лет, Бондарс, который был в «Рабе». Ушел Заборовский, ушли еще лидеры. Но сегодня, видите, другие выходят на лидерские позиции, они обыгрывают чемпионов. И я думаю, уверенно, да, была непростая игра, все могло сложиться по-другому. Но мы потерпели, выполнили установку, и, я думаю, заслуженно победили. И все-таки, можно ли так с уверенностью говорить о том, что ваши легионеры, новые игроки, которые в данном случае сыграли ключевые моменты, первый гол, забитый Луишем Батистой, и Кубик в дальнейшем реализовал свой, и были опасные моменты. Были ли эти ключевые моменты для уверенной игры и победы вашей команды? Не, ну, конечно, мы поэтому приглашаем легионеров, чтобы они были, ну, на голову выше местных игроков. По крайней мере, по исполнению. Мы в первой игре создали немало моментов, но проиграли, не забив ни одного гола. Сегодня они, естественно, исполнили, придали свежести нашей игре. Хотя они только 2 дня в команде, 2 тренировки были. Я думаю, что, конечно, им нужно время сыграться, и они только усилят команду, что сегодня и показало. На самом деле, сегодняшняя игра показала о том, что появилась интрига, реальная интрига. Она продолжается с прошлого года, когда «Раба» противостояла суперсерии. Мы все это отлично помним, и это будет продолжаться уже в этом сезоне. Уже с первой игры, домашней игры «Рабы» против «Никарс» мы это все увидели. Будем теперь дожидаться ответа. Соответственно, уже сейчас начнете думать о том, какая будет встречная игра, ведь они захотят реванша. Ну, если честно, я привык думать больше о предстоящей игре. У нас сейчас Кубок Еременко, серьезнейшие соперники, как и у «Никарса» выезд. Ну, в принципе, эта игра, по большому счету, конечно, любая игра важна, но самое интересное начнется все равно весной в чемпионате. И я думаю, что не только на протяжении последнего сезона, уже нескольких лет «Раба» «Никарс» вызывает интерес у зрителя, это главное. И мы привлекаем обе команды своей игрой. Я бы хотел, ну, отметить игру, ну, обеих команд. Да, сегодня мы были лучше, но всегда идет игра от ножа, вы видите, это интересно. И растут игроки, и зрителям интересно. Они полный зал приходят. Именно так. Сегодня был полный зал, аншлаг. Было очень интересные моменты. Зрители не пожалели, что они заплатили деньги, чтобы посмотреть этот матч. Поэтому, конечно же, пожелаем успехов, удачи вам в Кубке Еременко. Очень важно для этих команд, профессионально растущих из года в год. Поэтому успехов вам, Артур. С вами был Артур Шкетов, главный тренер команды «Раба».